Дорогой друг, привет! Желаю тебе счастья! Пожалуйста, подпишись на канал, нажми красную кнопку подписаться и не забудь поставить лайк. Так ты оценишь мой труд и время, которое потратил на это видео. Я думаю, ты нажал подписаться и лайк. Благодарю! Так, в Microsoft можно сохранять то, что вы делали, куда вы заходили, как бы журнал записи идет. Для этого мы идем пуск, заходим в параметры, заходим. Так, персонализация, конфиденциальность и журнал действий. Вот. Вы можете сохранять журнал активность на этом, да. Это включая информацию о вашем веб-сайте, который вы просматривали, информацию о том, как вы используете приложение службы. Можно не сохранять, либо обратно. И, да, это, кстати. Вы можете сохранить, потом зайти тем же данным с Microsoft аккаунтом в другие ноутбук либо компьютер, вы можете, то есть журнал действий будет у вас под, в руки. Microsoft ваш журнал к ним, включая информацию о веб-сайте, который предусматривает информацию, как вы используете. Отправить можно активность в Microsoft, посмотреть дополнительно, да. Это тоже, который формат просматривает информацию, как вы используете приложение службы для этого. Журнал ваш. Активность в Microsoft, да, в Microsoft тоже можно отправлять, либо, так, либо можно очистить, да, кстати. Это когда вы, я зашел локальным, то есть не без Microsoft, а вы, если зайдете с Microsoft на аккаунтом, у вас будет все под рукой. В описании под видео есть видеоуроки про компьютер, посмотрите.